Здравствуйте. Сегодня я вам расскажу о тех предсказаниях, которые сбылись по миру за последние полгода. Сначала по Казахстану. Уход господина Марченко, директора Национального банка Казахстана. Об ограблении Тимирбанка, о крупном пожаре или о Алатауском парке, о нападении на инкассаторов в Алматы. Также я хочу вам сказать, что наш президент Нурсултан Назарбаев признал то, что у него действительно есть преемник. Теперь по миру. Рождение детей у Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Правда, я говорила, что родится дочь, но все равно, в общем-то, как бы дети или ребенок все равно родились. Двойное обрушение торгового центра в Риге. Об урагане Святой Иуда, унесшей жизни людей. О тайфуне Хайян на Филиппинах с массовой гибелью людей. О столкновении теплохода Полесье-8 и баржи на Иртыше. О крушении Боинга в Казани. О многочисленных торнадо в штате Иллинойс. О первом, втором и третьем терактах в Волгограде. Имя нового президента Таджикистана, имя нового президента Грузии, имя нового президента Азербайджана, имя нового президента Германии, об урагане и наводнении в Сочи, о крупном наводнении в России, это на Дальнем Востоке, имя нового мэра Москвы, о нападении террористов на торговый дом в Кении, о взрыве нефтепровода в Китае, Евромайдан на Украине, смерть Нельсона Манделы, появление Эдварда Сноудена. В общем-то, получается, что все основные крупные события я предсказала. Все это и еще многое другое вы можете увидеть на моем сайте «Духовно-философский блог Веры Леон» или сайт с предсказаниями казахстанской Ванги. Вы просто можете набрать в поисковиках ссылку «Казахстанская Ванга». Спасибо.